маленький концерт от птичек и много солнца от меня. Экина, вы нас дразните, одели свое летнее, очень летнее платье. Нормальная женщина. Зимой одеваемся, летом раздеваемся. Фу, сегодня у нас семейный день пиццы. Все, решили, решили и делаем. Так уж довелось, что каждый вторник, сегодня заметила, каждый вторник так получается, что пеку хлеб, который мы тесто делали, скажем, в воскресенье, и, соответственно, дети ждут пиццу. О, вы мне говорите, Гене, как вы разделись. Видите, мужчина в шортах. Очень тебе идет этот серый гарнитур. Скажи спасибо за комплимент. Спасибо. Пожалуйста, хочешь, еще один сделаю? Но у нас сегодня быстрый день будет, то есть быстро готовим, быстро поедаем. Дети делают еще армянский класс, у них сегодня урок. Урок делают, и потом бежим, ну, на машине обычно бежим в Глендейл. Потом 2 часа мы с мужем будем мучиться. Наверное, кофе пить, не знаю. У нас будет такой романтичный один на один. 2 часа. Забираем детей, возвращаемся и по домашним делам, которые никогда не кончаются. Но самое главное, обратите внимание на мою гладкую, безупречную кожу. Можно сказать, ни грамма макияжа на коже. Только губы немножко подкрасила и ресницы вверх подняла. Ну, чтобы глаза открылись. Мой уксусный, ну, маска уксусная. Думаю, посвятить этому авторскому явлению отдельное видео. Такой хороший получается. И даже на руки нанесла, смотрите, на гладкую кожу. Смотрите, какие молодые руки у меня. Нет, Гина, не очень. Очень, даже очень. Перестаньте. Да, все на месте, я на месте. Быстро делаю основы пиццы. Пеку, готовлю. И как уже договорились. И вы вместе с нами. Это я последнюю основу делаю. И знаете, тесто на закваске, особенно мягкое, такое жидкое, невозможно крутить, как обычно крутят пиццелюбы. Эгина, а если бы возможно было, вы бы крутили? Если бы умела, крутила бы. Но заговаривала, основу приготовила. И очень удобно на таких силиконовых ковриках даже немножко подтягивать. Но такое тесто может рваться, если возьмете и начнете вот хотя бы, это умеем мы все, да, на кулаках так крутим и раскрывается тесто. Такое тесто невозможно, но зато такая хрупкая, такая хрустящая и нежная пицца, основа получается, ну и пицца соответственно. Это я вас заговариваю, если не замечаете. Не обязательно, чтобы была такая ровная, круглая. Чем неординарная, тем лучше. Тем вкуснее. Хорошо заговорила. Сейчас я иду за основой. В одном ресторане, наверное, рассказывала. Уже не помню, на каком канале что рассказывала. На всякий случай, если не рассказывала. Здесь пиццу съели и машрум. Грибы тонко-тонко, как будто на ниточки порезали. И так обильно, как будто посыпали только с машрум. Сыром тоже и машрум. Соус сверху полили. До чего же это было вкусно. Помнишь, в Лас-Вегасе? Pizza 50 something, если не ошибаюсь. Ох, уже не важно, но такую вкусную и такую ароматную грибную пиццу никогда не ела. И, конечно, сегодня тоже съем. Дети не любят машрум. Почему такие все разные? Пока Арнак начал пробовать, сказал, хорошо, неплохо. Но ему уже было за 20. All right.
пойду за последней основой и уже начинаем печь. Каламата Оливс очень вкусно подходит с грибами. Еще в холодильнике у меня из серии «Жалко выбрасывать» баклажаны. Думаю, сделаю один баклажан, перчик, лук для себя, милый, дорогой, и в самом конце. Ой, еще знаете, что добавляю? Давайте добавлю. Острый маринованный халапеньо. Это что-то на пицце особенно. Сам по себе тоже что-то. Но огурчики не добавляю. Я почему-то открыла и подумала, о, халапеньо, как я могла пропустить. У нас в холодильнике можно даже человека найти. О, нашла. Соседа нашла. Ой, да шутница наша, Егимешечка. Окей, всего лишь один, потому что он острый, как мой язык. Сюда. Это свежий халапеньо, другой вкус придает. У этого еще и кислость, и от уксуса. Совершенно другое сочетание. Все добавлю. Сгорю на радость некоторым. Не волнуйтесь, пока не готова сгореть, иду за пиццей, чтобы он тоже не сгорел. Вот сделаю с маслом, с грибами и с каламата, чтобы муж и дочка любят. А себе прямо разноцветную сделаю, разновкусную. Потому что я нормальная. Все. Это идет в духовку. Дети сейчас занимаются. Наверное, 2-3 минуты осталось. И переходим на ланч. Сын наконец-то пошел бриться. Ну, не бриться. Привести порядок в бороду. Бороду привести в порядок. Трим делать. Не знаю, как процесс называется. Наш толстой лев. Готов. Сверху немножко пармезану. Инч-глич. Стоп, что-то не то говорить с компьютером, но это говорит нормально. Глич. Если вы на диете или ночью не кушаете, лучше этот выпуск пропустить, оставить на утро с завтраком посмотреть. Арка! Бэк! В этот раз он сядется заниматься и начинает шалить. Нормальный ребенок. Окей. Все. Черный перец принесу для тебя. На эту сторону только сделаю. Ну, кто если захочет, не постесняется. Все, готово. Аркадян Шаткадер? А я? Говорить не знаю. Эту букву только начали. Ученики вернулись. Камат, камат. Аркаджан, я хочу полностью папа интернет настроить. Папа снимает, он думает, папа не голодный. Сказала, на месте папы ты присел. Ну,
У Дианы это сказала. That's a good pizza for me. Дорогие мои читаем, а? That's mine. Окей, кто умерся? Что это я с собой делаю, наверное, думаете? Девочка. Я тоже человек. Они не едят. А этот человек любит. Все. Что красное просит, но лень томат почистить. Окей. Все. Садимся. Окей. Bonne Susum. Es ist aber ein bisschen Peppermalen, okay? Ja, das kommt schon. Es ist Susum? Eine Zeige. Hamova? Eine Zeige. Kurzi, ha? Okay, ist ja Masum, aber gar keine Masum. Говори вкусно, говорит, я еще не пробовал. Ha? Попробовал. Анзаротика? Наши дегустаторы еще думают. Is it delicious, Hamova? Очень вкусно? Tastes like nothing. Очень вкусно, а? Tastes like nothing. Вкус как у ничего. Лаваш with nothing. Tastes like pizza? Да нормально, it's okay, no? Манеры какие, манерный какой. Так, что здесь? Она там стоит, ждет, пока камеру выключим. Она выключает, пусть кушает. Теперь, окей, это окей. Там полно доску искала. Шатхамова. Шатхамова, ох, мой армянин. На армянском очень вкусно шатхамова. Надхамова, надамова, хамова. Ха. Вместе, всем каналам произносим. Ха. Херине. Меня зовут Херине, а не Хехине. О, когда пишут Хехине, я иду в комнату и плачу. Хехине. Эгине более-менее слушается. Но Хехине, это как будто хотят тебя оскорбить. Все. Знаю, знаю. Я бы поделилась, если бы у меня был мандарин. Но главное, это обычное тесто на хлеб, ничего разного. Сегодня хлеб пекли, то же самое тесто. Прелестное, прекрасное. Тесто на хлеб, на пиццу тоже сойдет. Все, Арамчан, садись. И... Просто хочу показать кусочек моей прелестной пиццы. Что-то в этом роде уже готовое. И смотрите, как хорошо испеклось. Окей, кусаем. Кто-то может отрезать. Все. Арамчан, хамовер, че? Какое вкусное. Или мы голодные. Баклажан прелестно сходится. Все. Не люблю зеленью. Если была рыгала, руколу положила бы. Forever. Okay, давай опять по цветам. Bye, I said Kurikin. Bye.
Bye. Bye, Luz Luz. You guys look like your purse. It's like the navy blue and the white. I know. That's so cute. Okay, bye. Понравилось. Как выглядишь, как своя сумка. Окей. Рамджан, подходим опять. Подходим, приходим. Чтобы не опоздать. Спасибо, спасибо. Мы готовы на приключение. Guys, you ready? На яблоненький тек. На таровенький тек. На пастак. Буква на. Что знают? Нав. Нав, корабль. Навак. Навак, маленький кораблик. Нуш. Нуш. Миндаль. О, телефон забыл кто. What else? Что, чем богаты, тем и рады. Что знали, сказали. Апрек, хэри кэрта гасинчиш. Дуэли вангите сарка? Не будем мучить. It's okay. Санид. Инч? Санид. What санид? Арка санид? Said that before. It was a sun thing. The many words we practice. Так и не знаю, о чем они говорят. Вчера тоже говорили какое-то слово sun. Неважно. Вот теперь экипаж и пассажиры на месте. Едем. На месте. 5 минут опоздали. Такие трафики бывают в этот час. Арам. Окей, вылезаем. Все, ученики на училище, а родители... Большой вопрос. На 5-минутку. Хотя приблизительно знаем по местности, где есть близкий кафе. Где кафе, там и мы. А нас блокируют, позади не едем. Так, кто-то хочет, чтобы мы сегодня здесь остались. Наказывает. Ах, семейная 5-минутка прошла успешно. Как всегда. Решили, говорит, хочешь, выбора нету ведь. Можем поехать или в Американо, 100 раз там были, там ходим-ходим, кружимся-крутимся, пока место находим, чтобы посидеть, кофе выпить. Очень шумно, многолюдно, не хотим. Можно в Бурбанк, вчера мы мучились, если смотрели, просто мы вам мучения ведь не показываем, мы вам только светлые мучения показываем. Ну, крутились почти 8 кругов, прокрутились, чтобы смогли стоянку найти. И то остановились где-то 5 минут далеко от кафе. Или этот выбор у нас, а мы вчера уже после этих мучений не хотим повторные мучения. Или третий вариант, ресторан есть на сцене, сцена. 4 минуты, или он говорит 3, я говорю 4, обижается, говорит, это не 4, это 3 минуты. 3-минутный ресторан, там кофе можем заказать, десерт можем заказать, если захотим. Мы дома так хорошо, на все катушки объелись, про еду не можем даже думать. А про кофе с удовольствием я бы подумала, капучино горячий, чтобы чашка была чистая. Как будто мне не везет с этими чашками. Кому-то всегда в чем-то, скажем, в маленьких чем-то не везет. А кто-то всегда, скажем, волос находит из еды. Она знакомая.
Она всегда говорит, я куда не пойду, или домой к кому-то, или в ресторан, или не знаю куда, как будто специально там волос кто-то кладет, чтобы это мне попало. А мне чашки капучино приносят, помните, в Техасе вообще помада на чашке была. Это был самый такой яркий случай, который на всю жизнь и мне, и зрителям, наверное, запомнится. Чашка с помадой принесли. С красной. А у меня красной помады не было. Это не мой был след. Anyway. Да. Бывает такое. Ну, это вам не интересно. А мы дошли, видели? 3 минуты было или 4. Вы уже там посчитайте между собой, решите, кто прав, кто виноват, кто не прав. Как всегда, женщина бывает права, но прощает мужчину, говорит, пусть он будет правым. Хочешь быть правым? Но согласись, что я всегда права. Согласись. С высоким голосом. Скажи, я согласен, ты всегда права. Помнишь, однажды что сказала? Сказала, скажи, это вкуснее, чем моя мама готовит. Скажи. Какая наглая, да? Могла бы быть. Есть такие наглые? Но не ваша, милая Гина. Я добрая, добрая. Но скажи, что я права. Всегда. Всегда, всегда права. Всегда, всегда права. Дважды всегда права. Прощаю все твои грехи. Все, идем кофе пить, и вы с нами. Чай тоже возьму, наверное. Чай взять? Взять, взять. Это вы кричите дружным хором. Увидимся в ресторане. Поцелуйчик. Теперь нету поцелуйчика. Не надо.